Сейчас мы покажем вам одну простую быструю прическу, которую мы очень часто делаем на каждый день. Уделяем часть волос сверху, делим ее на две части. Каждую прядь закручиваем в одну и ту же сторону. Значит, все мы закручиваем, например, вправо, тогда между собой будем перекручивать их. Теперь к той прядке, которая стала слева, добавляем часть волос слева. И вместе с этой частью волос перекручиваем левый жгутик. Также прикручивая часть волос к жгуту. Вот. Теперь к правому жгуту нужно добавить часть волос справа. И вместе перекручиваем в правую сторону. Теперь между собой снова перекручиваем в обратную сторону, то есть влево. Снова к тому жгуту, который стал слева, добавляем часть волос слева. К тому жгуту добавляем часть волос справа. Перекручиваем между собой. И до конца продолжаем просто перекручивать между собой наши жгутики, продолжая их закручивать вправо, а между собой влево. На конце завяжем резинкой. При желании этой косичке можно добавить немного объема. Понравилась ли вам прическа? Надеюсь, понравилась. Ставьте лайк для видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал, надо и других видео.